Четыре танкиста и собака. Шестая серия. Мост. По повести Януша Пшимановского, авторы сценария Януш Пшимановский и Станислав Воль. В ролях Олгерт, Роман Вильгельми. Накормим и пса пшет ноцо. Густлик, Франчишек Печка. Только звичайжимы, а то важна гра. Оператор Ромуальд Кропот. По всях полно бзу. Где ж ten świat? В роли Янока Януш Гаес. Пелен добрых снов. Повручи. В роли Григория Владимир Шпресс. Мы чтерей панцерни, рудых и наш пес. Мы чтерей. Директор картины Ежи Нетецкий. Повручимы верни, повез. Режиссер Конрад Наленский. Ни души. Немцы всех выселили из-под Варшавы. Мужчины уезжали в Германию, боялись, что присоединятся к восстанию. Возьмем мы Варшаву или нет? Раз уж мы здесь, обязательно возьмем. Я в этом не так уверен. Почему? Это был бы первый из больших городов над рекой, взятый ударом в лоб. Вот, попрошу рыжего. Как поддам газу, так и в Вислу перескочим. Слушай, Элитка просила посмотреть, цел ли ее дом. Такой желтый, рядом с Виленским вокзалом. Если будет по дороге, Янок. Я и обещал. Разрази меня гром. Литка, ты что тут делаешь? Ты один ко мне хорошо относишься. Возьми меня в танк. Я должна посмотреть, живы ли родные. Я так долго этого ждала. Ладно уж. Отстань, Янок. Если будет по пути, то мы посмотрим. Возьмем тут одного парня из пехоты. Ладно, залезай в машину. Тесновато будет. Тесноте да не в обиде. Садись, пехота. Ну что, удобно тебе? Вот бродяга. Литка. Литка? Какая Литка? Что, связь с Вислой? Девчонка ему привиделась. Я ведь тебе говорил, что посмотрю. Не поверила. Механик, стоп! Подождем пехоту. Фронт где-то близко. Мы
Мой дом в двух кварталах за углом. Тут солдат хочет выскочить. Зачем? Приведет нам пехоту сюда. Ну ладно, пускай идет. Давай. Тихо. Этот солдат какая-то размазня. Может, я выскочу, поищу эту пехоту? Иди. Тихо. Успокойся. Шарик! Вернись! Шарик, отстань! Ну как? Не могу пробраться. Стреляют. Наших видела? Нет. Может, еще туда сходить? Попробуем. Шарик, назад. Его еще наши подстрелят. Шарик, песик. Где ты оставил Яныка? Он долго эту пехоту ищет. Долго, потому что с девчонкой. Что? Этот солдат Литка. Черт, что-нибудь с ним стряслось. Иди сюда, песик. Покажи им ракеты, где мы. Хорошо. Бабушка, я пошел. Возвращайся.
Держи. Пошли! Тише! А ну тихо! Пусти! Черти драные. Ну что, всех наделили по-христиански? Бедняжка захлебнулся. Экипаж Рыжего в сборе. Мы вас искали, ну здорово, вы немцев напугали. Они в погребе. Пойдите, посмотрите. В погребе? Да. Сколько их? Полон погреб. Сами их поймали? Да. Брось врать. Нет, правда. Ну ладно, отстань. Что, я немцев не видел, что ли? Ну и ну. А меня здесь не было. На рассвете выступаем все вместе. Пани Хилюся, идите-ка сюда, пани. Это что ли там? Нет, не тот. Нет, это не тот. Пан миленький, я уж пану... Все у меня перепуталось. Я бы этих гитлеровцев, пан, на кусочки бы поразрезала. Так я принесу что-нибудь. А? Принести? Работа с войска для войска польского. Что случилось, вы ранены? Нет, нет, простудился. Вот если бы закусить... Пане... Простите, пан. Пецк меня зовут. Вы не слышали о поручике Косе? Я что-то плохо слышу. Пани Хелена. Я ищу поручика Коса. Из Варшавы? Нет, из Гданьска. Воевал в Эстерплате. А в Эстерплате? Люди, есть у вас еще немного времени? Гелечка, прочтите им стихотворение. Тогда...
Когда? Обожди-ка, девочка, обожди. Когда дни стали длинными и пришло гибельное лето, прямо на небо по четыре в ряд шли солдаты с Вестерплатте. А лето в этот год прекрасно было, и они пели. Ах, ничего, что так болят раны, ибо как сладко нам теперь идти на те небесные поляны. Пан, эта девочка уже ничего не испугается. И те, кто имели хороший слух и зрение, явственно слышали, как отдавался в облаках четкий шаг морского батальона. Браво, девочка! Как и Люсей, если уж скажет, так скажет. Ну, концерт окончен, расходитесь, граждане, по домам. Пани, вы не знаете, стоит еще на Веленской улице дом такой желтый. Два дня тому назад еще стоял. Одна девушка меня просила узнать. Возвращайся к маме. Иди, дочка. Смотрите, берегите себя завтра. Мы будем осторожны. Как одна мама говорила пилоту, летай, сыночек, пониже и потише, помедленней. Лидка, прямо в бригаду. По-грузински читаю. По-русски читаю. По-польски почти читаю. А вот с глаз девушки ничего прочесть не могу. А с подушки можешь читать? Говорить надо в глазах, а не с глаз. Она хоть рада тебе, Янок? Или нет? Не время сейчас. После боя уж целый месяц прошел. Маруся, наверное, выздоровела. Спи, спи. Завтра нам расскажешь, какая тебе девчонка приснилась. Черная или рыжая? Гжесь, сейчас начнем. Они примут огонь на себя, а мы ударим и сразу вперед. Пан Зюлка, дайте ключ от ворот. Своим-то я сам настежь распахнул. Пан Зюлка, не надо настежь. Вот настолько. Будет сделано. Внимание, слева баррикада. Осколочными. Оставь меня! Оставь меня! Помогай лучше танку! Оставь меня! Тихо, тихо, тихо.
Ребята, Литка ведет танк. Чекай. Смотри. Осколочным заряжай. Огонь! Осколочным заряжай. Огонь! Осколочным. Следите за выходами и окнами. Окно справа. Право, церковь. Яграб один. Перед нами широкая аллея. Перед нами широкая аллея. Слева горит костел. Прием. Сейчас будет мост. Яграб один. Сообщи, что видишь. Где вы находитесь? Граб один, где вы? Варшава. Гжесь, газу! Граб один, где вы находитесь? Я Висла, граб один, где вы находитесь? Но ешь, пёсик. Ешь. Если не будешь есть, не выздоровешь. Ешь, шарик.
Собаку сейчас же из палаты убрать. Доктор, благодаря ему не только я осталась в живых, но целый гвардейский батальон. Не морочьте мне голову, здесь не пионерский лагерь. Нечего мне рассказывать сказки о геройских собаках. Товарищ профессор, гвардии старший сержант Черноусов докладывает, что Маруся говорит правду. Выпишите меня, товарищ профессор. Ты опять за свое. Ну как я тебя выпишу с такой торчащей лапой в гипсе? Ну, вздор. А вы что, хотите мне тут устроить целый склад бактерий? Условия и так здесь тяжелые. Я борюсь за жизнь людей. Я проведу дезинфекцию. А вы что здесь делаете? Сейчас не время для визитов. Не время, товарищ полковник. Для нас как раз время. Вчера мы захватили Яблоную. Передышка между боями. Завтра снова бой. Тут трое моих лежат. Мы хотим узнать, когда они вернутся в строй. У меня тут письмо для одного из них. Привет, Янок. С ума сошли, что ли, все? Вернуться в строй. Это тебе. А черт. Все тяжело раненые. Кое-где залатал, кое-где зашил, а последствия контузии еще есть. Хуже всего с этим мальчишкой. Вы что, детей на войну посылаете? Детей? Ну да, посылаю. Может, им там что-нибудь нужно? Ну, забирайте, забирайте, хватит с меня. Слышите, хватит. Товарищ профессор. Товарищ профессор, оставьте собаку. Это тоже солдат и член моего экипажа. Хорошо. А здесь что, полевой госпиталь? Или заведение для умалишенных? С самого утра идиотские вопросы. Из-за собаки. Оставьте собаку. Товарищ полковник, здесь не вы распоряжаетесь. Я не распоряжаюсь, я прошу. Мне и так не хватает лекарства, мяса, сахара. А вы мне морочите голову с этой собакой. Отнимаете у меня время. А может... Мед вам пригодится. Вздор. Откуда достанете мед в этой разоренной и голодной стране? Достанем и мед, и мясо. Оставьте собаку. Вы меня не агитируйте. Если можете, то помогите. И лучше всего приезжайте через 2 недели. Тогда, может быть, они будут лучше выглядеть. А сейчас видите сами. Позаботьтесь о них как можно более внимательно. Ну да, я ведь... Огонек? Вот теперь я тебя узнал. А сержант и товарищ поручик, вы узнали? Черноусов. Вот и снова встретились, как тогда, под студенками. А знаешь, Маруська, наш танк теперь называется «Рыжий», в твою честь. Так, хорошо. Оставить. Оставить. Тюфяк обшить. Белым полотном, шерсть продезинфицировать. Слушаюсь. Пока, ребята. Ну, тихо, тихо. Хороший человек. Тихо, тихо. Ефим Семенович, Приморский край. Мое письмо тоже здесь. Долго оно за тобой путешествовало. Теперь оно тебе не нужно. Могу тебе все сама сказать.
Капрал Вихура, докладываю, доставлен мед от первой танковой бригады. Кушайте за здоровье Шарика. Пожалуйста. Откуда у них столько меда? Вот буржуй. У нас всего много. И меду, и буржуев. Пожалуйста, товарищи. Хорошо было, но мало. А как ты скажешь, что гуслик еще просит? А потом, что гуслик сердечно благодарит. Вот. Вижу, что экипаж возвращается к жизни. Ура! Товарищи, ура! Ура! Кто-то к нам приехал. Пойду на разведку, а после доложу. Я разведчик. Привезли новогодние подарки. А почему так рано? Потому что это на Рождество. А где они? В коридоре. Врач с ними разговаривает.
Приехали и наши, и ваши. Наши? Пойду посмотрю. С дороги, Шарочек, с дороги. Иду за подарками. Сиди, песик, сиди. Ну, брат, держи. Это тебе, а это тебе. Ну, вроде всем досталось. Так, что тут происходит? Люди, что здесь происходит? Я вас спрашиваю, лейтенант. Дежурный врач, освободите коридор от посторонних. Если можешь, прочти вслух. Ты уже его наизусть знаешь. Знаю. Ну, читай. Горы там небольшие, не то что в Грузии, но все равно с гор пришло. Ян Станиславович, поздравляю тебя с новым 45-м годом. Беспокоюсь о твоем здоровье, желаю счастья. У нас много снега и всякого зверя много. Зверя, напиши ему, сколько ты тигров подбил. Эй, девушка! Это для Яныка. Вы получили повышение. Новые мундиры. Свидание закончено. Освободите палату. Скажите ему, что я сама сделала. Лидка! 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 Выздоравливайте поскорее! Теперь быстро поправиться. Нас уже выписывают? Тебя бы должны были выписать вместе с кроватью. Смотри, какой герой нашелся. Теперь мы все командиры. Так точно. А это она сама сделала. Ничего не написала? Письма не было. Если профессор это увидит, этот беспорядок, он мне голову оторвет. Если хотите посмотреть, скажите мне. Принесу вам потихоньку. Ну что вам еще надо? Какой день сегодня хороший. Лучше себя чувствуешь? Ты получил повышение и подарок от меня. Такие в России девушки дарят парням. Ты рад? Ой, какой хороший. Это от кого? Его девушки любят. Сам видел. Это что шарфик принесла? Такая очень приятная турчаночка. На здоровье. Теперь-то уже выздоровеешь. Рыжая должна тебя поблагодарить. Рыжая, вот она что. Попроси у Яныка разрешения. Вынесите это в коридор и немедленно. Ну как ты себя чувствуешь? Доктор, позвольте сдвинуть кровать мою Яныка. У него одна рука здоровая, у меня другая. А так у нас будут две. Ни в коем случае. Я уже вам говорил. Сестра, прошу за мной. Пошли. Ушли. Покажите.
Хорошо бьет? Хорошо, хорошо. Дуло, конечно, немного длинновато. Ну, можно приделать приклад. Была у меня снайперская винтовка. В танке сгорела. Два, четыре, шесть. Туда два добавьте. Добавьте туда два еще. Две кровати могут поместиться. Хацо. Как ты думаешь, когда Ефим Семенович письмо получит? Знаешь, он, пожалуй, был прав. Даже если б я не нашел отца, из родной страны трудно уехать. Варшаву мы возьмем. Отец наверняка завислый. Напиши Ефиму словечко от меня. Разведчик, иди сюда. Ну, братцы, сегодня будем прощаться. Доктор идет. Велит сдвигать кровати. Может, теперь он позволит нам лежать рядом? Иди-ка сюда, Шарик. Доложим по уставу. Ноге. К ноге. Ну ладно, 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 хорошо. Косу это уже, собственно, не нужно. Пишешь, да? Сдвинуть сюда одну, рядом другую. Но гуслик... Ближе, гуслик, ближе. Выписывают? На фронт? А ты думал в тыл? Если уж я попаду в свою дивизию, так сержанта Черноусова кашу раздавать не поставят. Они-то уж знают, где я себя чувствую лучше всего, и где от меня больше пользы. Ну, где это? Откуда вы узнали, что вас выписывают? Даже ордена начистили. Знаете, хлопцы, если в госпитале составляют кровати и освобождают места для новых, значит, фронт скоро двинется. Как же это? Мы одни останемся? Почему одни? Вас тут четверо. А скоро станет еще больше. Но мне уже пора. Тут как раз из кухни едут за продуктами. Так вот, я с ними на сортировочный склад. Дорога, в общем-то, недалекая, но зато быстрая. Напишите нам. Напишите нам. Напишу. Гвардии старший сержант Черноусов докладывает о своем отбытии на Берлин. Сел на грузовик, обернулся и поехал. Да, Черноусов уехал. Зажги-ка. Ольгерт уже четвертый месяц воюет. Без нас. Хочешь? Выздоровеешь. Разрази меня гром. Забыл он, что ли? Глупый? Дурак, в твоей простыне забыл. Вот. Подарок отличному стрелку. Папа, 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 папа,
сорочке ты родился. Маруся, ты свободна? Пойдем погуляем. Где наш шарф? А где твой шарф? Ты должен его носить. Он мне не нравится, и к мундиру не подходит. А она нравится? Кто? Ну, та, что подарила его. Мы вместе ехали на фронт, оба попали в одну бригаду. Сначала мне казалось, что это серьезно. Потом оказалось все иначе. Как? Ты мне нравишься. Даже больше, чем нравишься. Правда? Очень даже правда. Маруся! Маруся! Маруся, это... Маруся, что это ты? Чего? Дайте-ка на вас посмотреть. В фильме также снимались Пола Ракса, Молгожата Вишневска-Немирска, Тадеуш Калиновский, Януш Класинский, Элиаш Куземский, Артул Мадинский и другие. Композитор Адам Волочинский. Конец шестой серии.